Здравствуйте, дорогие участники! Рада приветствовать вас еще раз. Хочу сегодня озвучить очень лучшие работы. И пока оценивала ваши работы, много чем вдохновилась. Спасибо вам за такие творческие достижения. Хочу отметить, из Казахстана очень классные, крутые участники. Поздравляю всех с победой! Начинаем. Медина София, Зурли Аврора, Асель Айдосказа, Лардаминдоу Айкатерины, извиняюсь, если неправильно озвучиваю, Марина Пасечна, Альбина Мартынюк, Анна Велоти, Ксения Котлярова, Мона Кан, Ельдос Азаматула, Авшин Бейн, Динара Усманова, Жулия Смагина, Кадамбини Шоубей, Людмила Рябкова, Маргарита Тученко, Марина Лутаенко, Ольга Аврина, Султанова Кристина, Татьяна Филиппович, Виктория Клюско, Ксения Степи, Шолпан Нугуманова, Елизавета Хунько и Евелина Семенова. Поздравляю от всей души всех победителей, всех участников. Каждый участник получается победитель по-своему, потому что у каждого работа, я вижу в работе ихние души, ихние старания, ихние разумие, о чем они думали, когда рисовали, да, о чем страдают. Все я почувствовала. Спасибо вам за это. И дальнейших успехов вам.